Сегодня в Ельчинском районе прошел град. Он сопровождался сильным дождем и ветром. Подобные явления отмечают в районе не в первый раз. Видео в рубрику «Мобильный репортер» мы получили от наших телезрителей. В прошлый раз сильный град уничтожил здесь часть урожая. Больше всего пострадала деревня Яманчурина. Там сильный дождь частично размыл грунтовую дорогу. Ветер повалил деревья, а град перепелиное яйцо не только побил овощи, но и уничтожил часть урожая. Повреждены 350 гектаров посевов. Последствия только будут уточняться. Но поскольку град был крупным, он наверняка причинил вред посевам.